Друзья, всем привет! Ну что, добро пожаловать на мой канал, меня зовут Катя, и если вы здесь впервые, я снимаю разного рода видео, бьюти-боксы, распаковки, анбоксинги, что то же самое, влоги, Asos, Sephora и т.д. и т.п., поэтому если у вас интересует такого рода контент, пожалуйста, не забудьте подписаться. Оцените это видео, пожалуйста, мне было это очень приятно, и позвоните в колокольчик, чтобы не пропускать мои загрузки. Я загружаю от 3 до 7 раз в неделю. Итак, сегодня пустые баночки, на самом деле они были не так давно, казалось бы, но вот уже снова за ноябрь на этот раз. В этот раз я все по расписанию, не опоздала, и поэтому у нас их не так, чтобы очень уж и много за один месяц накопилось. Я, кстати говоря, только что сняла для вас Boxy Charm Premium, у меня все еще свотчи на руке и этот же мейкап, вот. В общем, все как всегда, я вам буду рассказывать, показывать, что, как и почему. У меня небольшие записки по ингредиентам, но как бы сегодня немного их будет. Итак, приступаем. Во-первых, закончился вот такой огромный размер мыла мультифункционального от канадской фирмы Green Beaver, зеленый бобер. И это был запахом апельсина, апельсина, да. Это канадская компания, которая производит именно вот такой вот, all-purpose называется, мыло. То есть им, по идее, можно делать абсолютно все. Оно абсолютно из натуральных ингредиентов состоит. То есть им можно, во-первых, чистить абсолютно все. Оно является абсолютно не вредным, как бы если у вас есть животное, да, то надо смотреть еще, какие продукты использовать, особенно когда дело касается всяких химических чистящих средств и так далее, да, то есть это может сказаться на здоровье ваших животных. Вот, это важно, это раз. Во-вторых, его можно использовать в качестве пены для ванн, его можно использовать в качестве body wash, короче говоря, тело им мыть свое, голову им мыть, использовать в качестве мыла для рук, в качестве мыла для посуды, короче говоря, и можно делать абсолютно все, мыть пол, да. Оно очень вкусно пахнет, вот как вот только чуть-чуть вы начинаете его использовать, запах, можно сказать, на всю квартиру. Я обычно покупаю вот запахом апельсина, либо запахом лаванды, либо запахом мяты, вот такие вот я обычно беру. Но здесь много, здесь почти литр, его хватает на самом деле на очень долгое время, поэтому вот у меня уже там, я, кстати говоря, вам показывала в покупках, у меня уже новое там стоит, помните, с запахом вербены и лимона на этот раз у меня, вот. Так что без этого мыла мы уже очень много лет пользуемся, поэтому без него мы никуда. Так, это номер один. Куда мне складывать сразу, чтобы потом можно было выбросить. Так, дальше. Наконец-то закончился у меня мой BB-крем от Garnier. Его, вот, казалось бы, да, сколько здесь? 40 мл, сделан во Франции, кстати, я только что заметила. Казалось бы, его, ну вот, ненадолго хватит. На самом деле, вот этих всех тональников, кремов, их на так долго хватает, я просто поражаюсь. Ну, это потому, что я, конечно, не каждый день использую, и довольно даже и редко, но в любом случае, его совершенно немного надо, да, чтобы покрытие сделать, и поэтому как бы его редко и перезакупать нужно. Это конкретно BB-крем в цвете light, светлый. И я обожаю BB-кремы и CC-кремы вместо тональных основ, настоящих, прям с таким хорошим покрытием. Мне как бы это не нужно, кто-то очень любит, это вполне себе нормально. А мне вот нравится такое легкое совершенно покрыть, чисто так выровнять немножко тон лица, какие-то покраснения лишние убрать тогда, и все, как бы я довольна, вот. Поэтому этот мне понравился, и я бы с удовольствием, если бы увидела, еще бы его купила. Я думаю, что он очень-очень недорого даже и стоит. Вот. Такой BB-крем от Garnier. Так, дальше закончилась зубная паста вот такая от фирмы Jason. Это уже не первый раз я покупаю от этой фирмы, у них разные есть. И это конкретно Powerful Mint, отбеливающая. Короче говоря, сильная мята, да?
как бы такая мощная. И это действительно так. Это очень такая, очень мятная зубная паста до такой степени, что даже иногда казалось, что это перебор, настолько язык как бы пощипывал от этой мятности. Прям очень сильно мятная. Но правильное название само себя говорит. И это натуральная паста без флуорида. Я вам говорила в каком-то видео, что я пользуюсь утром натуральной пастой, да, без флуорида, а вечером я пользуюсь пастой Colgate с двойной порцией флуорида, потому что мне так дантист сказал делать, вот. Так что это как бы само себя уравновешивает, потому что если слишком много флуорида, вроде как тоже не очень полезно. Вот так вот. Так что вот, натуральная зубная паста утром и с двойной дозой флуорида вечером. Вот. Такую бы я еще купила, я уже много раз покупала от этой фирмы зубную пасту. Так, идем дальше. Вот этого парнишку вы узнаете, я надеюсь. Это фирма Native, и это малюсенький дезодоранчик, который я докупала у них на сайте. То есть там как бы, когда делаешь заказ, можно добавить в корзину за... 3 US доллара, там дезодорант, да, где-то 4 канадских доллара. Вот такой вот, то есть там разные запахи. Я такой дезодорант в розыгрыше, он уже участвовал, помните, в одном из, да, на 500 подписчиков, по-моему. Тот был в запахе лилия и хлопок. Этот у меня кокос и ваниль, и он потрясающе хорошо пахнет. Вот у них, друзья, если вы Native когда-нибудь будете пробовать, у них вот как называется, так он и пахнет. То есть если на нем написано кокос и ваниль, вы ничего другого не ожидаете, он будет пахнуть 100% кокосом и ванилью, да. Это очень хороший запах, один из моих самых любимых. Очень хороший дезодорант, натуральный, внимание, да, то есть это как без алюминия, то есть он... как бы вы с ним потеть не перестанете, но он защищает от запаха, да, вот, так что я с удовольствием пользуюсь, я вам уже показывала, что я постоянно у них на сайте что-нибудь да покупаю, вот, так что это номер один, но это еще не все, я закончился еще и второй, вот такой, и это точно такой же, только в запахе другом, этот цитрус и травяной мускус. Значит, смотрите, этот унисекс, то есть он подходит и мужчинам, и женщинам, я бы даже сказала, больше он подходит мужчинам все-таки, потому что он такой прям мужской, такой привлекательный такой запах, но как бы я такие запахи люблю, то есть для меня никогда не проблема, например, даже я могу туалетную воду мужскую иногда брызнуться, почему бы и нет, да? Очень приятно пахнет, но вот тот как бы такой классический, прям сладенький такой женский, ну как для мужчин он, я думаю, что не очень подойдет, а вот этот подходит и тем, и другим, и мне он очень-очень понравился, этот запах такой. Так, номер два, сейчас у меня уже там номер три стоит. Так, дальше, закончилось средство для волос, вот такой вот спрей, это мини-версия от Moroccan Oil Brand, вот так вот пишется, он здесь продается Moroccan Oil на Sephora, и это такой спрей, я его использовала после того, как голову помою, да, на влажный волос как бы наносишь и оставляешь, то есть как бы его ничего смывать не надо, ничего такого. Это на самом деле защищает от потери цвета, но как бы у меня уже там и цвета-то никакого нет. В общем, мне он понравился очень, потому что он делал мои волосы очень-очень мягкими-мягкими такими, ну просто вообще замечательно, то есть я заметила разницу, как только начала им пользоваться, вот. Очень понравился. Единственное, что как бы все нахваливают вот этот запах, их классический Moroccan Oil, но мне как бы на запах этот все равно, если честно, он такой немножечко свеженький такой, что-то в глаз как будто попало, немножечко такой свеженький, то есть я больше люблю такие запахи, которые хочется съесть, типа вот кокос и ваниль, да, нежели вот такие. Ну, неплохо пахнет, но не так, чтобы я кричала от восторга. В общем, средство само по себе очень хорошее, и оно меня заставляет задуматься, может быть, купить у них какие-нибудь масочки хорошие. Я слышала, что у них очень хорошие маски для волос есть, вот. Так что это средство от Moroccan Oil, все, закончилось. Здесь всего-то было 20 мл. Так, идем дальше. Дальше у нас вот такой вот маленький бум-бум крем. Я вам про него уже неоднократно говорила. Это самая маленькая версия, 25 мл. И он пахнет как рай, да, вы помните. И если вы еще не сходили, не понюхали его в вашу Sephora, обязательно это сделайте.
Полностью-полностью он пустой. Я на самом деле такой маленький размер. Я обычно в путешествии беру такие маленькие, но так как мы никуда уже год не ездили, еще не поедем неизвестно сколько, я их сейчас использую в качестве крема для рук перед сном. Да, просто намазываю, и вот замечательно, и пахнет хорошо, и он довольно питательный. Так что вот, такой маленький мини-мини, все, закончился. Так, идем дальше. Дальше у нас идет вот такой вот крем для глаз. Это мини-версия от Glam Glow. Этот мне, по-моему, в Ипсе приходил, насколько я помню. Здесь всего лишь 3 мл, но, друзья, короче говоря, вот поэтому я выписала немножко по ингредиентам. Здесь 3 мл, но обычно 15 мл, да, вы знаете про кремы для глаз. Короче говоря, это вообще... Сейчас, секунду, я найду, где я тут выписала. Я вам хочу сказать, что он очень экономичный, этот крем. То есть, как бы, вот этого 3 мл я его пользовала, как будто в нем было полноразмерно 15 мл. У него такая текстура. Вот представьте, как будто вы взяли брикет масла и по нему пальцем вводите. То есть, практически ничего не подцепляется. То есть, его надо буквально капелюшечку. То есть, он очень экономичный в этом плане. То есть, вы немножечко пальчиком зацепили, не подцепляется. Еще, и вот уже как бы это самое. То есть... Очень интересно, на самом деле, вот такая вот, ну, текстура, опять же говорю, да, за счет этого он мне долго-долго пользовался, и он мне, сначала я подумала, мне не нравится такая текстура, а потом я оценила. В общем, друзья, он не содержит алкоголя и парфюмерных добавок, что уже огромный-огромный плюс, да, вы знаете, что алкоголь сушит, а парфюмерные добавки являются раздражителями для кожи, и особенно они уж точно не нужны в креме под глаза. Согласитесь. Вот. Это просто восхитительный по ингредиентам крем. Я когда проверила ингредиенты, я просто была в шоке, насколько он хороший. Там в нем нет ни единой гадости, представляете? Это очень большая редкость, когда в креме нет совершенно никаких противных ингредиентов или там еще каких-нибудь добавок ненужных, да, маскирующих что-либо. Вот, и это еще более удивительно, потому что Glam Glow, на самом деле, это не самая такая классная марка по уходовой косметике, потому что они зачастую любят использовать, на самом деле, парфюмерные добавки, или там, то есть они как бы только недавно стали больше уделять внимание вот этим всем, видимо, люди жалуются и так далее, и они стали как бы в этом направлении работать, и я думаю, что это оценят, вот я уже, например, оценила, и мне очень нравится, в каком направлении они движутся. Вот. И еще знаете, что я хотела сказать? Что он содержит такой, он немножечко такой шиммерный, знаете, но не видно практически, но за счет этого создается такой эффект сияющий, он как бы под глазами, то, что нам нужно, да, создает, вот, и еще в этом он уникальный. Дальше, в нем масло ши содержится, дальше он содержит, естественно, суперзвезду глицерин, который, вы знаете прекрасно, что глицерин удерживает влагу, да, в коже, это очень важно. И еще целый вообще сундук бабушкин самых только лучших ингредиентов. Я была очень сильно впечатлена. За 15 мл, то есть за полный размер, они просят 40 американских долларов, что очень-очень дорого, безусловно. Поэтому я бы за полную цену как бы еще подумала, мне кажется, я бы... зажрала покупать за полную цену денежку, но если бы по скидке, то я бы с удовольствием его приобрела. Так что вот, рекомендую вам. Дальше. К сожалению, закончилась у меня вот такая вот умывалка от бренда Pericone MD. Я в последнее время увлеклась этим брендом. Очень дорогой бренд, к сожалению, опять же. Очень классный дизайн, мне нравятся такие бутылки такого цвета. Она как бы frosted, да, то есть как бы запотевший такой эффект. У нее очень удобно, когда есть памп в умывалке. Вот сейчас у меня умывалка от Elemis, и у нее нет пампа, то есть она как бы в тюбике, да, и это не идеально. Вот мне так понравилось, когда раз так, а то, знаете, намылите, как бы там ищете, а тут раз памп, и очень-очень удобно. Это цитрус с витамином С умывалка из той же серии. Помните, я вам рассказывала про сыворотку под глаза, которая меня очень сильно впечатлила, которая реально работала, то есть я видела эффект, да. Так вот, здесь 177 миллилитров, и сейчас я секунду посмотрю. Так, значит, смотрите, он тоже не содержит алкоголь, что это супер просто.
Дальше, он содержит глюконат цинка и меди. Оба эти ингредиента являются успокаивающими для кожи. Плюс они еще, у них куча положительных свойств, которые, ну, естественно, мы ценим, да, в хороших продуктах уходовой косметики. Дальше, знаете, что только у него минус какой? Содержит парфюмерные добавки. На самом деле он пахнет просто как цитрус, как вот написано на нем цитрус, он как какой-нибудь лимончик, да, пахнет, что-то вроде этого. Вот, к сожалению, да, но они находятся в самом конце списка, поэтому я думаю, что они на самом деле не в сильных количествах там добавлены, поэтому как бы, ну, ладно. Тем более, что это просто умывалка, это не так, что она у вас на лице сидит, поэтому не так критично в этом случае. За 177, вот за этот full size, полный размер, они просят 48 американских долларов, или там, сколько там, 61 канадский доллар, по-моему, что очень-очень дорого для умывалки, безусловно, за полную цену я бы не купила, но мне она очень понравилась, и если бы вот по скидке, я бы с удовольствием еще раз ее взяла, вот. Вообще мне этот бренд нравится, они хорошие продукты. Чтобы цены были подоступнее. Так, дальше закончился. На самом деле у меня корейский крем для лица. Знаете вы этот бренд? Апью, да, или как? Апью, как ее называют? Это в их серии Aqua Nature. И это увлажняющий крем Dewdrop Clouding Cream. Когда я вижу слово Clouding Cream, то есть это cloud, это тучка, да, ну то есть облачко. Облачко, крем облачный. Я себе возомнила, что он будет очень такой легкой текстуры и не тяжелый на лице, и такой, знаете, как облачко нанесли, и как будто бы ничего нет, и увлажнены вы. На самом деле это вообще оказалось не так, как я думала. Он оказался такой по текстуре, такой жирненький, и он больше всего, конечно, подходит на вечер. Я бы его днем не стала использовать. Он прям такой, да, такой питательный-питательный, ну, хороший, как бы, приятный в применении, слегка там чуть-чуть какой-то запах легкий такой, не сильный. Сейчас я про него выписала тоже. Он тоже не содержит алкоголь, сульфаты, парабены, аллергены, ничего в этом нет. То есть это как бы очень хорошо. Дальше. Больше всего он, конечно, подходит для сухой чувствительной кожи. Я думаю, что для комбинированной и для жирной кожи он совсем не подойдет, потому что он, наверное, может, наверное, какой-нибудь вызвать высыпание, мне кажется. Потому что он прям вообще питательный-питательный такой, да. Обычно жирной коже подходит больше какие-нибудь гелевые, да, крема, какие-нибудь полегче. Так, много содержит в себе очень хороших ингредиентов. Суперзвезду нет, цинамид. На самом деле, это очень крутой ингредиент против старения кожи. И здесь все дерматологи про него кричат. Он не так давно появился и стал популярный. Но в продуктах, да, его стали замечать, добавлять. И все его просто обожают. Так что, когда вы видите, что в составе есть нет цинамид, вы уже должны быть счастливы. Так. Дальше, значит, улучшает цвет лица, такие ингредиенты, пропиленгликоль, отличный увлажнитель и так далее. В общем, хороший крем, я бы купила его снова, я не думаю, что он дорого стоит, что-то я на цену как-то не нашла нигде, но его лучше всего на вечер, еще раз говорю. Так, и буквально еще парочку осталось у нас продуктов. Очередной маленький пробник. Я прохожу через Maison Margiela, вот эти fragrances, да, это у меня просто целый сет приобретен. И этот в запахе музыкальный фестиваль, Music Festival. Это из их серии Memories, воспоминания. Очень хороший запах. Я бы не стала покупать его в большом варианте, сразу говорю, но мне он понравился, на самом деле. Он такой вечерний, такой осень-зима, вы прям чувствуете такой запах, прям вот в музыкальном фестивале ему очень подходит, какой-нибудь запах костерка немножечко, знаете, вот, очень такой, как сказать, унисекс, то есть он подойдет и мужчинам, и женщинам. Хороший запах, хороший. Мне вообще нравятся у них ароматы. И, кстати говоря, я недавно увидела, что у вас на русской Сефоре появился этот бренд, поэтому присмотрите, пожалуйста, к нему. Его не было раньше, я точно это знаю, потому что я вам пока не буду открывать секрет, но с этим связано одно из следующих видео. Вот, так что сходите, понюхайте, это очень-очень достойные fragrances, то есть парфюмы.
Так, и последний продукт на этот раз, еще один парфюм, и это от бренда Clean. Я знаю, вы знаете, что я эти парфюмы от бренда Clean, у меня тоже целый сет, использую только дома, потому что они, к сожалению, на мне не держатся, у всех по-разному. Вот в этой серии, которая у них вот эти вот, вот это называется теплый хлопок, да, у них теплый хлопок, сейчас вот у меня дождь называется, который я использую последний. Потом, что у них до этого еще было? Сейчас, секунду, у меня, кстати говоря, здесь упаковка. Кожа у них называется, воздух, свежее белье, вот такие. То есть они как бы очень-очень свежие такие запахи. Я их использую дома. На самом деле, друзья, вот этот теплый хлопок, он держался на мне дольше, чем вот эти все предыдущие. Потому что если те держатся на мне 5 минут, то это вообще 25, мне кажется, даже. Вот, поэтому он мне даже понравился. Я бы, конечно, не стала покупать полный размер, потому что я предпочитаю такие сладкие, да, запахи. Но вот этот меня приятно, в принципе, удивил. Этот, да, этот пахнет очень даже и неплохо. Так что вот, от бренда Clean. Это все мои пустые баночки за ноябрь, не так много на самом деле, но и даже лучше отстреляться, и теперь будем копить за декабрь, да. У меня в последнее время так руки что-то сохнут, вот буквально последние несколько недель. Напишите, у вас так же, у меня прям, я уже запаслась кремами для рук всякими, потому что я по 10 раз в день действительно мажу руки, ну потому что по 10 раз в день их и мою, правильно? Вот, напишите ваши мысли, что-то пробовали вы ли из этого, мне всегда очень интересно ваши комментарии читать, спасибо за поддержку и за ваши лайки, конечно же, мне очень приятно. А на этом все, пожалуйста, не забудьте подписаться, если вы еще не подписаны, у нас тут очень приятная компания, и мы и конкурсы всякие проводим, и т.д. и т.п., поэтому... Пишите ваши мысли, не стесняйтесь, а мы будем прощаться. Всего вам желаю хорошего и увидимся в ближайшем будущем. Пока-пока!